Это Мира, овчарка, натасканная на поиск взрывчатых веществ. Она способна найти любой подозрительный предмет. Даже старый стреляный патрон собака не оставит без внимания. Мира осматривает все уголки корабля, включая капитанскую рубку и моторный отсек. Пока школьники еще только едут на корабль, специалисты-кинологи уже проверили судно со специально обученными собаками. Мира, ты что-нибудь нашла? Ничего нет? Да ты моя умница. Кинологи тщательно проверяют каждый теплоход, проверяют место посадки детей. Мы с детьми заранее проводим инструктаж, лекции даже, можно сказать, проводим. Лекцию о том, как надо себя вести на водном транспорте во избежание травматизма или каких-то других неприятных историй. К прибытию школьников судно полностью проверено и признано безопасным. Но этим защита детей не ограничится. Вместе с группой в рейс отправятся двое сотрудников полиции. Возможно, детям это не очень нравится, но взрослые, отвечающие за организацию и проведение круиза, считают, что защиты много не бывает. Как говорится, чем больше проверки, тем больше безопасности, чтобы не происходило всяких случаев таких непредвиденных. Жесткие меры контроля дают свои результаты. В одном из поездов сотрудники транспортной полиции обнаружили рюкзак с оружием и масками. Помогла служебная собака. Поэтому в период выпускных балов проверки будут проводиться с особой тщательностью. Андрей Трой, Артем Сулайманов, события.